там искать какую-то логику, кроме того, что практически человек держит в заложниках. Вот. С какой целью? Это хороший вопрос. И, очевидно, его нужно задавать азербайджанским властям, что они себе в этом смысле думают. Я не считаю Даняна каким-либо преступником, тем более по отношению к Азербайджану, учитывая, так сказать, тот процесс, мирный процесс, который так или иначе предполагается сегодня. Да? По крайней мере, усилия предпринимаются и со стороны России, и Евразии в целом. Вот сейчас визит президента Казахстана в Армении, да, ровно по тому вопросу, до этого он посещал Баку, и усилия европейских структур, европейских лидеров и так далее. То есть вот в контексте вот этого, так сказать, осторожного процесса, мне кажется, что это более чем странно выглядит. Вот. А уж что-то на самом деле, к ним надо вопросы относить, а не ко мне. Я бы хотел, чтобы, так сказать, все было честно и в рамках здравого смысла и закона. Основания для этого есть. Это анонсированное событие. И если это случится, то нахождение его под стражей в тюрьме в азербайджанской будет выглядеть более чем странно. Вот что я имел в виду. Вот моя мысль в этом заключается.